Просто стих был написан на пределе жизни и смерти после ночной работы, когда не хотелось ничего делать. Тут приходит начальник и говорит, надо еще остаться часов на 5, что-то сделать такое. Юра, я... Москва, октябрь 41 года, фашисты наступают, вот, и наши отступают, командир роты вызывает себе Васю, он говорит, Василий, ты должен отдать жизнь за Родину, он говорит, я понял, что надо сделать, он говорит, вот тебе три гранаты и каска, у нас больше не надо, надо задержать немцев на 20 минут. Новость из Мариной Рощи был, он так подумал, говорит, точка данная, можно мне три каски, одну гранату? Я сказал, какой? Говорит, ну давай, бери. Ну только смотри, 20 минут, делай, что хочешь. Он говорит, есть, понял. Ну и немцы, да, наши, и они ушли, оставили Васю с тремя касками, одной гранатой. 20 минут проходит, немцев нет, час проходит, немцев нет, два проходит, немцев нет. В общем, прошло 8 часов. Стемнело, подвезли подкрепление, подвезли боеприпасы, они там окопались. Решили, вспомнили про Василия. Надо посмотреть, что там с ним произошло. Может, он к немцам перебежал. Послали разведчиков. Разведчики подползают, смотрят, горит костерок. Сидит Василий, у него три каски. Граната, бросает гранату, накрывает каской одной. И так вот тремя касками делает. Говорит, где граната? Не беспокойся. Вот здесь, не, говорит, давай 20 марок. Кто следующий? Главное событие в жизни каждого человека, который говорит и думает на русском языке, это 22 июня и 9 мая каждого года, когда мы не имеем права забыть главную славу каждого человека, который говорит и думает на русском языке, которая лежит в промежутке между этими двумя очень непростыми датами. Мы не имеем права ее обменять на беспамятство, на бессмысленные крики. Не имеем права, потому что люди, которые отдали за это свою жизнь, они отдавали ее не за нефть, не за газ, не за наши финские телефоны, не за наши бэушные японские машины, я думаю, а за то, чтобы мы сегодня говорили, думали, пели на русском языке. И не за нефть, и не за газ, и не за территорию, и не за квартиры на Рублевке, а я думаю, вот прежде всего вот это. И чувство Родины, мы говорим на наших сценах, что патриотические песни, это не те песни, где говорится вот эти слова, а песни, после которых хочется делать в России что-то по-нашему. Вот. Любовь, дети, настоящая дружба. Но вот именно эти две даты, мне кажется, являются определяющими в том, бесконечном процессе борьбы за то, чтобы себя как-то ощущать в этом мире. И мы подходим сейчас к дате 22 июня, которая я вот прожить спокойно не могу, мне все время что-то внутри зажигается и горит, когда я вот там встаю целый день. В душу холодом дунет, жизни со смертью край. 22 июня. 4 часа утра. Стены державы советской от взрывов снарядов дрожат. В аду говорят по-немецки. Грешников им не жаль. Брест и Харьков и Киев. Ельня, Зубцов, Сталинград. Панцерваффе лихие. В небе Люфтваффе град. Кто там считает потери? Некому их считать. Вырваны окна и двери. Крышка вам, вашу мать. Кости ломаются с хрустом. Ад уж не ад и бред. Слишком уж много русских не успевает сгореть. Разных веселых грустных мамок, детей, солдат,
и говорить по-русски. Вдруг начинает ад. Солнышко ярко осветит целей, ползущих толпу. Возьму поправку на ветер и надавлю на спуск. Башня взлетает с хрустом из океана огня. В аду говорят по-русски. Немцев нас вряд ли понять. Все, кто русский, зовет родным и в погоду, и в непогоду. Все мы родом из той войны, из огня ее. Все мы родом из-под Бреста и Панырей, из-под Ельни и Ольховатки. Все, чей род не успел сгореть в броневых боевых порядках, там они до сих пор лежат на высотках и в перелесках, продолжая свой фронт держать. Наши предки крутой замески, помяни его, помяни своего молодого деда. Всех нас общая вяжет нить, все мы родом из той победы. Всем досталось поровну, и своим, и ворогам, пулями да порохом, тигром да пантерой. И атака первая, слава беспримерная, звездочка фанерная, да любовь, да вера. Все, кто русский, зовет родным и в погоду, и в непогоду. Все мы родом из той войны, из огня ее. Все мы родом, пусть прибудет всегда с тобой. Правым будешь или неправым, наша сила и наша боль, наша вера и наша слава. Наша сила и наша боль, наша вера и наша слава. Всем досталось поровну, и своим, и ворогам, пулями да порохом, тигром да пантерой. И атака первая, слава беспримерная, звездочка фанерная, да любовь, да вера, да любовь, да вера, да любовь, да вера. В этот день мы пошли по воде, как Иисус в сапогах, только ближе. В этот день тысячи разных идей заменились одной — просто выжить. И полотна пурпурных знамен нас уже никуда не тянули. Нити грозные прошлых имен разорвали немецкие пули. Наверное, все-таки перелом войны был под Москвой, потому что, вы сами понимаете, армия, которая прошла за 14 дней всю Польшу, за 18 дней Францию, у которой была вооруженные силы больше, чем вермахт в начале войны, вот, которые ничего не могли остановить, никто, никак, никем вообще, никакими усилиями. В день в начале войны Красная армия теряла 233 танка в сутки. За 3 месяца войны Красная армия потеряла 1,5 миллиона убитыми и ранеными и 3,5 миллиона человек пленными. То есть немцы достали все наши стратегические запасы, у них было на вооружении принят автомат ППШ, трехлинейная винтовка. Они очень уважали вот эту вот винтовку скорострельную нашу, вот, которую, если чистить, она стреляла гораздо лучше, чем все, что стреляло у немцев. Вот, и казалось, уже все, уже до свидания. Вот, а в Великобритании, на основной части Великобритании, в июне 41 года было всего 82 танка. Вот, то есть Америка еще не начинала, в общем-то, шевелиться, они еще там думали, за кого им воевать. Вот. То есть реальной альтернативы, казалось, уже нет. И вдруг, да, в октябре 41 года, когда немцы начали операцию «Тайфун», в Москве была жуткая паника, народ поднялся и побежал. Стояла пустая Москва, по улицам раздавались цоканье копыт конной милиции, которая расстреливала без всяких разговоров людей, которые бежали с мешками откуда-то. Вот бежит человек с мешком за спиной, и подъезжает и стреляет. Потому что начался массовый грабеж. Впервые за всю историю московского метрополитена остановился.
Вот. Дмитрий Тимофеевич Язов, я с ним лично знаком, он мне говорил, что он сначала воевал здесь в 41-м, и потом по тем улицам, по которым он шел на войну, его везли в 91-м году в тюрьму. Он говорил, что от Красной площади до линии фронта, по тем дорогам, Дим, на тех машинах было 1 час и 20 минут езды. Вот. И вот, то есть, понимаете, когда наши последние таймы выигрывают у канадцев, которые выигрывали, это нормально для нас. То же самое было в 41-м году. Стояла пустая Москва, и по улицам раздавался топот людей, которые шли на передовую. В Москве жило 4 миллиона человек, 800 тысяч ушло в ополчение. Каждый пятый москвич и москвичка. Под листопада перешепот полевый, под осенью волшебной торжества уходит на войну Москва Цветаевой. Уходит Пастернакова Москва, и Репины идут, и Гиллеровские, торжественный и неумелый строй, и затихают улицы московские, наполнив ожиданием воздух свой. Уходят из строги и опоясаны веселые смешные чудаки, и затихают тополи и ясени, и двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные все, получившие звание солдат. Ведь сказано: вставай, страна огромная, Садовая, Пречистенка, Арбат. Уходят не за званием, не за славою, а потому что стало нелегко. Уходит Агранович с Акуджавою, Ваншенкин, Исаковский, Михалков. Ведь те, кто были прежде, перебили, силы не хватило, веры или ума. Ведь против них сегодня Гёте с Шиллером, и Вагнер, и Бетховен, и Ремарк. Идут волоколамками, таганками, бемоль, санскрит и римские права. И будут их давить под Вязьмой танками, и в контратаках шмайсерами рвать. И мерзлая земля, взрывов мятая, примет творческие их пути. Идут, но все же в мае 45-го Берлину в ополчение пойти. Посмотрите открытыми веками. Наше общее место рождения, подмосковный разъезд до Подсекова. Тут не может быть слова «вроде бы», ведь заплачено слишком дорого. Вот он, город мой, моя родина. Сталинград – название города. Улыбались, веселились, вспоминали подвиги доблести. Мы на этот свет появились в селе Прохоровка Курской области. Песня, которая была написана достаточно давно, но я эту песню люблю, она потому что получилась настоящая. Написалась не для по заказу, не для фестивалей, конкурсов, а просто вот. Я тогда еще был не знаком с творчеством Игоря Николаевича. Вот, и мне один знакомый сказал слово «батальонная разведка». И в голове сразу закрутились. Вы знаете, да, что здесь собрались люди, которые хорошо знают, что живая жизнь гораздо интереснее, чем любая билетристика, чем любой Акунин, вот, Дарья Донцова и все остальные. Потому что никогда в жизни они не придумают того, что происходит в настоящей реальной жизни, особенно у тех, кто воевал в настоящей. Батальонная разведка. Ну вот разрывы за спиной, черный лес стоит стеной, кто-то недалекой чаще воет. И никого уж рядом нет со мною, и ветер гнет деревья до земли. А на реке так кто наклет, подорван мост утерян брод, а впереди засада ждет и мины.
и только 6 патронов в магазине. Но сам себе шепнешь, ну что ж, пошли. А со спиной и поле от ребята там в снегу лежат, и крою выкрашен закат, как знамя. И пусть перебинтован облаками, но время, если чтоб взвести затвор. В чужом плече дрожит приклад мой рваный ангел Москалат. Он мой Иисус и Магомед мой тоже. И на снегу один лишь да поможет, коль пулемет засады прокурор. А в общем случае на войне нередкий, внимание, чтоб такое заслужить. Передний край нащупала разведка, а где конкретно надо доложить. И мимо шорохов чужих ползти, и до утра дожить, и будешь мастер в спину кашлять часто. А после на нейтралке просто счастье, когда услышишь тенор Дегтяря. Лбом распахивая снег, ползти и час, и год, и век, а над тобою трассеры салютом. И в свою кубу пасть, согнувшись круто, а уж потом сознание потерять, узнав, что в этом сущность бытия. Ну что же случай, на войне нередкий, кое наступление с утра до утра. Передний край нащупала разведка, собою обозначив этот край, собою обозначив этот край, собою обозначив этот край. И первый налет на Москву состоялся 22 июля 1941 года. Здесь вот будет фотография, где вы увидите там черная Москва такая, да? Там типа молнии, что-то такое. Это вот съемка как раз в ночь 22 июля. Вот, немцы очень серьезные люди, вы знаете, они подготовились очень здорово. И в первую же ночь они отбомбили стратегические запасы продовольствия, которые были в Москве. Вот. Но в отличие от Лондона, в отличие от Праги, в отличие от Прагу не бомбили, извините, в отличие от Варшавы и от всех других городов, которые, по которым прошлась немецкая военная машина, Москву серьезно повредить им не удалось. Хотя в первом налете участвовало 285 самолетов, насколько мне известно, прорвалось только там 10%. Вот. Конечно, было очень много сил брошено на это, конечно, было очень тяжело. Вот. Москва стала фронтовым городом, но тем не менее удалось отразить, прежде всего, нападение с воздуха. Я здесь хочу сразу сказать, что сейчас, слава богу, начали пересматривать нашу историю, начали думать, когда говорят разные фамилии, произносят там Сталин, Берия и прочее. Ведь вы знаете, да, что на юге и на севере вообще линия фронта, где была 22 июня, там и осталась до 9 мая. То есть там немцы не продвинулись. Вот. А на юге то же самое. Вот. Встретили как положено, все зарядили, всех, все рассредоточили. А в центральной части, где командовал господин это самый, Дима, которого стреляли потом. Да. Он же пошел в театр 22 июня ночью. Вот. И самолеты стояли нерассредоточенные, танки стояли в парках без горючего, ну и так далее. То есть есть мнение, что это было сделано не зря, есть мнение, что человек сделал это умышленно. Вот. И из Москвы шло много достаточно информации о том, что надо готовиться, нужно рассредотачиваться. Вот. И, ну, во всяком случае, сваливать на одного Сталина вот это безобразие, которое случилось в начале войны, конечно, нельзя. Потому что вы знаете, все воевали, все понимают, что какой бы ни был твой начальник, извините, чудак на букву М, все равно у тебя есть возможность для какого-то маневра. Чуть лево, чуть вправо. Ну ладно, не будем об этом говорить. Песня посвящается налету. И еще один момент. Человек, который много песен написал о нас с вами, отец нашей авторской песни, военной, Евгений Данилович Агранович, вот «Я в весеннем лесу под березовый сок». Вот. Он 17 лет участвовал в отражении этого первого налета, стоял на крыше, сбрасывал немецкие зажигалки, потом добровольцем ушел на фронт. Время праздничных перламутров, новый день пахнет новым хлебом, над Москвою летит утро, над Москвою поет небо, над Москвою летит утро, над Москвою поет небо, а на небе полно света, там лежит облаков вата, белой линией на мольберте самолетик летит куда-то. Пассажиры там в креслах дремлют, под турбины, под гул теплый, а нам не надо бежать под землю и
заклеивать на крест окна. Самолетик не надо целить и вносить упреждение на ветер. Он ведь мирно свой путь стелит. Он не хочет моей смерти. Жизнь учила нас грамоте, дням своим сообразно, наставляя премудрости повседневных вещей, рубежи нашей памяти. Битва черного с красным. Будет жизнь в этом городе или не будет вообще? Залп зениток и вой сирены, и куда-то бегущие люди, и упавшие навзничь стены, там, где жизни уже не будет. Разноцветные трассеров нити, небо пахнущее бедой, и пилот Талалихин Витя ослепительно молодой. Жизнь учила нас грамоте, дням своим сообразно, наставляя премудростям повседневных вещей, рубежи нашей памяти. Битва черного с красным. Будет жизнь в этом городе или не будет вообще? Тот июль тревогой окрашен, вход в убежище подаркой и бомбардировщик лежащий. На асфальт прилетевший парка, не дошли они, в бок повернули, оборвалась трасса прямая. Это 22 июля, что родило 9 мая. Это 22 июля, что родило 9 мая. Отблестели ночные зорницы, пронеслась голубиная стая, и на праздничном небе столицы самолетика след тает. Дни хорошие дарит погода и несет облака ветер. 41-го страшного года мы поклонимся дням этим. 41-го страшного года мы поклонимся дням этим. Мы поднялись оттуда, где лежали. Мы не кричали громко и ура, просто быстро, как могли, бежали туда, куда бежали все вчера. И не свернуть, куда бы ни свернули, теперь все просто, падали, пропал. А у виска уже запели пули, а кто-то рядом вскрикнул и упал. И слава Богу, повезло с погодой. Видать, над нами сжарилась она, и грязи цвет, подаренный природой, похож на цвет шинельного сукна. А я еще живой, с обритой головой, с обмотками поверх своих ботинок и трех линейки штык, похож на мой кадык. Такая вот военная картина. Конечно, самая тяжелая участь досталась пехоте. Вот мне повезло, я дружу с ребятами, которые занимаются поисками. Московское ополчение, воевавшее под Зубцовым, под Розой. И очень тяжелая участь. Вот, до сих пор они туда ездят и каждый год поднимают по 400-500 человек, представляете? Из которых имеют медальоны, 20-30 всего находят, 20-30 медальонов. Вот этих. А посчитать удается 5 или 6 из 500. Вот, и недавно я с человеком встречался, он мне показал немецкую фотографию, аэрофотосъемку 42-го года, 41-го года, подмосковный город Зубцов, поле, на котором они сейчас копают. Там немцы и наши. Немецкая полоса обороны, как положено. Ротный опорный пункт, траншея сплошная, взводная позиция, вторая взвод, третий взвод, траншея, сзади позиция, значит, командование, минометная батарея, еще одна минометная батарея. С нашей стороны обороны не видно вообще. Я говорю, а где наша оборона? Он говорит, а были мощные ячейки нарыты, и вот в них люди сидели. То есть траншеи не было, и не видно сверху, с самолета не видно, где эта оборона находится. Сзади в тылу, там метров 500, там вырыты траншеи, вот здесь у них штаб был. И слева две пушки стояло, одна 45-ка, вторая 76-миллиметровка. Вот и вся война. Вот, и в этом году еще одна дата есть, которую мы должны, конечно, помнить. Это 70-летие битвы под Сталинградом, когда в лобовом столкновении самая сильная армия вермахта,
6-я армия под командованием автора плана Барбаросса, одного из лучших фельдмаршалов, военачальников Германии, вот, Паулюса, она по заданию Гитлера должна была взять Сталинград, вот, и она катилась как паровой каток. Там, в боях вся эта эпопея продолжалась 200 суток примерно, из которых 125 суток заняла вот эта мобильная война, где немцы просто уничтожили 68% нашего стратегического резерва, который в это время существовал у Ставки Верховного Главнокомандования. И 70% танковых бригад, которые создавались в тылу лихорадочно. Вот. То есть паровой каток, который ехал куда надо и делал то, что ему надо, в нужные для него сроки. Вот. И вот Сталинградская битва, это когда наши уперлись и немцы уперлись. И Гитлер запретил Паулюсу отходить. Наши совершили вот это вот окружение. Но сами даже авторы этого плана, когда это окружение совершили, они не верили, что немцы там останутся. Потому что было масса примеров, когда их окружали, они уходили. Прорывали эту линию обороны и уходили. Вот. Но они не ушли, они остались. И вот я очень много читал книг, хотел что-то написать про Сталинград. А потом я вспомнил, что когда я учился в школе, в поселке Школьное, Симферополь 28, в Крымской области, откуда управляли нашими советскими луноходами, у меня папа служил в космических войсках. Вот. В поселке Школьное у нас была школа замечательная, 8-летняя, вот, в которой был учитель труда Николай Михайлович Зимарин. Пожилой дядька. Ну, вы помните эти годы, наверное, там у нас в школе висели такие транспаранты. Ваши отцы и старшие братья защитили Родину, ну и все такое. Вот. И Николай Михайлович был участником войны, но он никогда не носил никаких орденов, медалей, нашивок и так далее. И мы его спрашивали: Николай Михайлович, а что это вы его? Он рукой махал, и все. А потом он под 9 мая как-то, его значит, там они начали праздновать праздник, и он выпил пару стаканов, вот, и раскололся. Он рассказал, что он был в роте, стрелковой роте старшиной в Сталинграде. Вот немцы же воевали по науке, они начинали наших гасить на всю длину полета самолета, 200 километров. И тут эшелоны, я потом прочитал книгу, где человек, его три раза ранили на подходах к Сталинграду, он еще даже на фронт не попал. И в конце концов ему отрубило ногу, и он стал ветераном, он стал учить солдат воевать в училище, офицеров, точнее, в будущем. Вот. И вот он говорит, что каждую ночь, Михайлович нам рассказывал, что каждую ночь через Волгу ему переправляли в роту пополнение 200-220 человек. Он им выдавал еду и боеприпасы. Они день воевали, один день воевали, и после этого приходили к нему. Те, кто остались. Каждый день оставалось 10-15 человек всего. Рота. То есть у него рота была состава 3-3,5 тысячи человек. Так вот, если вот. Он даже списки не успевал составлять, потому что не было там бумаги, не было карандашей. Вот пришел, пришли, он насыпал там всего. И они пошли. И вот такая получилась песня про Михайловича Зимарина, про нашу с вами славную победу. А Михалыч не спорил со мною, он из водки выцеживал хлеб. Я, ребята, служил старшиною в Сталинградском железном котле. Я, ребята, служил старшиною в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте 220 примерно ребят, мне на них по моей по работе выдать хлеба, патронов, гранат. Им потом по развалинам топать, маскируясь ночной зарей, а потом по взводам, по окопам на фашистского зверя вперед, а потом на машины мгиверы, прикрываясь могучим ура. Вот и вся этой роты карьера, что пришла из-за Волги вчера. А потом длинным матом, кулаком по плакатам, где все эти солдаты, нам кричал старшина. Я их после под вечер у земляночки встречу, 20 душ человечек. Вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали ребятушки пленных,
просто негде их было держать. Там 5 дней под камнями кричали, и растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно, там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня мне ж давали на 200. Осталось их вместе 20, мать-перемать. Тут какие секреты, соль, тушенка, галеты. И куда мне все это после было девать? Мы его на 9 мая стали грамотой награждать. Мы, Михалыч, вас так уважаем, вы для нас настоящий солдат. Он ответил: ребята, не надо, я от чистого сердца прошу. После этого вот Сталинграда я наград никаких не ношу. На гармоне полночи наяривал он за роту в 3000 солдат. Николай наш Михалыч Зимарин, старый школьный учитель труда. Николай наш Михалыч Зимарин, моей юности суперзвезда. Эх, ребята, ребята, вы же учитесь в 5-м. Вам ведь тоже солдаты, где без слов под приказ. Ты живи так, как можешь, но не дай тебе, Боже, чтобы было похоже, как все было у нас, как все было у нас. Записывали всех, кто приходил на их тусовки. Они тоже тусовались, типа нас с вами. Пришел, записали фамилии, сразу выдали членский билет. Капитал у них тогда составлял 5 марок, 48 финингов. Вот. И он у них посидел, послушал, рассказал, пришел, доложил. И они мне говорят: ну, вроде нормальные ребята, давайте с ними дружить. Ну и вот пошло все, поехало. Вот. Да, то есть там идея Курской битвы с немецкой стороны была в том, что они сделали новый танк «Пантера» и новый танк «Тигр», который в лоб не пробивал, Т-34 в лоб «Тигр» не пробивал, вообще ни с какой проекции. Т-34-76, вы знаете, было две модификации. Т-34-76, у которой экипаж 4 человека, вот, значит, броня 50 мм, лобовая 80 на башне, и который «Пантеру» не пробивал, то же самое, в лоб, пробивал в борт с расстояния 400 метров. Когда уже Т-34-85 пошел, это был уже май 44-го года. То есть вся битва под Курском, воевали танки Т-34, КВ уже не воевали, им запретили вступать в огневое единоборство, потому что КВ немцы очень быстро нарастили пушку, сделали, значит, мощный снаряд, который пробивал на тех же дальностях, что и наши пушки, но благодаря тому, что у них был 8-кратный прицел очень хорошего качества. Вот. Конечно, это было в дуэльной ситуации, у немцев было преимущество. Вот. И Курская битва, Прохоровка особенно, это когда 5-я гвардейская танковая армия под командой генерала Павла Александровича Ротмистрова в 5 часов утра пошла в лоб на, значит, танковый корпус СС. Вот. И к концу боевого дня 5-я гвардейская армия потеряла 330 танков. Значит, на вооружении у них были Т-34-76, танки Т-60, Т-70, легкий танк, у которого 45-миллиметровая пушка, и английские танки «Матильда», которые не считали за танк сами англичане, потому что у него было 57-миллиметровое орудие. Вот. И потом Павел Александрович полтора месяца писал каждый день объяснительные, рассылал их по всем инстанциям, там Коневу, Жукову, Сталину, который доказывал, что это не его злой умысел, а это вот
извините. Ну так получилось, что немцы заранее определили, что перед ним большая масса танков, заранее заминировали местность, заранее пристрелялись. Вот. И когда наши пошли на них в атаку, ему приказали просто идти в атаку. Ему деваться было некуда. Ну не важно, дорогие друзья, война началась в Бресте, закончилась в Берлине. И я хочу сейчас спеть несколько песен из своей любимой серии, которая называется «Танковые песни». Антисты. Гитара нормальная? Мне кажется, может гитару чуть-чуть добавим. Из люка льется воздуха вино и бьется синим жилка у виска. Давай-ка, брат, покурим по одной и вдаль поедем смерть свою искать. Давай-ка, брат, покурим по одной и вдаль поедем смерть свою искать. Послушаем кузнечиков в траве, оркестр их военно-полевой. Пусть погуляет ветер в голове, пока еще ты целый и живой. А впереди неведомая даль, в которой растворится наша жизнь. 34-ки — главная деталь. Танкиста — закопченный организм. А если уж не обойтись без слов, давайте скажем правду о войне. Нам с немцами пускай не повезло, им с нами не везет еще сильней. Нам с немцами пускай не повезло, им с нами не везет еще сильней. И машут вслед зеленые вершины, и на реке качается вода. Да ты не трусь, железная машина, тебя в обиду экипаж не даст. Да ты не трусь, железная машина, тебя в обиду экипаж не даст. Да, вот немцы, фишка немцев состояла в том, что когда начнется, значит, вот нужно прорывать линию фронта, сначала подготовка, потом какое-то количество орудий у наших останется целым, и вот пойдут вот эти танки, которых в лоб ничего не пробивает. И они, чем больше будет русских войск на Курском выступе, тем больше их будет уничтожено, ну и так далее, и так далее. Вот, и, ну, наши знали, что так вот они стреляют. Была, конечно, танкобоязнь, боялись тигров этих, но, тем не менее, шли в атаку и побеждали перед боем. Броня крепка, и танки словно ветры, и старшина налил нам души. Да немец бьет нас в лоб с 2 километров, а нам его лишь матом в лоб прошить. И новой краской зеленеют танки, комбатоборт за Сталина несет. Вот только жаль, от вражеской болванки нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом нас, ребята, проводите, чтоб рычаней давил на все на 100. Небритый черт, механик, свет, водитель, наш Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. И чтоб наводчик дьяволу по глазы вертел быстрей свои маховики, и по машинам вражеским не мазал, всем героизмом нашим вопреки. И из атаки выйти не задетым, а немца коль не задрожит рука, коль попадет, так чтобы рикошетом, а коль пробьет, так сразу, чтоб быка. Ну вот и все, закрохотали траки, и лесокрай окутался огнем. А тот, кто будет жив после атаки, пусть остальных из кружки помянет. Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты, своей отчизны верные сыны, верные сыны, верные сыны. Заводить красная ракета. И я вот все время рассказываю, а то без другого невозможно. Отец моего друга воевал в бригаде прорыва на танках КВ. Бригаде было 45-50 машин. Вот они получили боевую задачу, 6 километров по фронту, 8 километров в глубину. 2.5 часа подготовка и вперед. И на западную окраину села, конечный рубеж, выехало всего 2 машины. Вот, то есть немцы воевали очень хорошо.
У одной машины был ствол простыл, вторая машина была этого самого, от самого родственника, который в этой машине сидел. А все остальные остались по трассе движения. Танковая атака. Не, извините, вот так сейчас сделал. Красная ракета, и до полугас мы не видим света, свет не видит нас, в триплексах летает небо и стерня. Ну давай, родная, вывози меня, а в прицеле скачет прямо над стволом. Лишняя задача, роща за стеллом, нам проехать жутко полторы версты. Только в промежутке на броне кресты, кто второй, кто первый, все не для меня. Ты снаряд пантеры, выдержи броня, пусть поможет либо дьявол, либо бог. Чтоб под их калибры не подставить, Бог несет нам в лица ветер встречный, калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно, нам только бы это взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол, ну давай, ребята, загаси его. Все равно какой мне там прицеле зверь, выстрел бронебойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки, сломанных костей, сломанные сушки, метры на версте. Ты давай, зараза, в рычаги играй, только ногу с газа, брат, не убирай. Мы удаление порастанем, а скорость смуты разберет. И 30 тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. Трассеры снарядов, огненный клубок, вот кому-то рядом залепили в бок. Полыхнула разом в небеса свеча, мы за вас, ребята, валим им сейчас. Тишина запела, звонами в ушах, но еще летела. На небе душа, на небе гуаши, Господа купили. Вся бригада наша, пять машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба, и горела тихо ближняя изба, а над черной сушью выжжены травы, тихо плыли души мертвых и живых. А в облаках цветут гуаши, а над рекой полоска ржи. И это поле снова наше, и мы с тобой смогли дожить. И это поле снова наше, и мы с тобой смогли дожить. Человек после танковой атаки, да ни о чем он не думает, он стоит просто и курит, слушает, как сзади лопается краска на боевых машинах его товарищей, с которыми он 15 минут назад начинал эту атаку. Вот и все, остываем стволы, и наводчик глотает из фляжки, между траками вянет полынь. Мы сегодня родились в рубашке и во рту шелестящая медь объясняет, мы живы с тобою, там кому-то другому гореть. После этого встречного боя, ах, как сладок горящий табак людям, выжившим в танковом тире. Это общая наша судьба под названием Т-34. Этот грохот, стоящий в ушах, и наводчик от пороха серый, это общая наша душа, что насквозь пробивает пантера. Траектория траков пройдет в неизвестность по жизненной глади, а прославленный танковый взвод догорает у клевера сзади. Мы стоим на пушке вдвоем, в люк вливается небо гуаши,
это поле с кострами на нем. Наше все-таки, все-таки наше. Мы в помятую кружку нальем. Мы помянем танкистов бывавших. Это поле с кострами на нем. С утра этого все-таки наше. Задним ходом уходить в тыл. Вот. А там сзади яма была.
пантера стала вот так вот. И в это время, а наши ехали, не стреляли. И он ему прямо в брюхо попал. Один снаряд попал в боеуклон. Ну и все. Что было нашему капитану, как вы думаете? Его не наказали, да. Ему выговор объявили на служебный рынок. Да. А, вы еще не устали? Да, не сильно устали. А нас позвали поиграться в стрельбе из танков по мишени. А я пошел, простите, братцы, мне надо надавать по шее. Ведь мы с тобой то сумели, чего на свете не бывает. 34-ка в самом деле пантеру в лоб не пробивает. А он ведь, гад, имел же право кричать нам голосом победным. Но на войне рябой шалавит, быть слишком точным тоже вредно. Он ударение пораставил болванкой, бьющей на скаку. И нам с тобою жить оставил всего 11 секунд. Мы занялись любимым делом, встав утром с правильной ноги. Он выбрал место за прицелом, а я полез за рычаги. Кто выживет, тот будет правым. Свобода, просто хохочи. И началась у нас забава. Он лупит в лоб, а мы молчим. А надо мной, смеясь, летает в танкистском шлеме Святый Дух. А мне стрелок радист считает вплоть до 11 вслух. А я забыл, что нужно выжить. Давай руками рычаги, а я все ближе, блин, все ближе. Давай, Господь, мне помоги. И вот не выдержали гады, сыграла фрица в очко, и в тыл к себе полезли задом. Не подставляться, что бочком, и хоть не пьяные хватило. Фашисты за рулем ни-ни, кормою в яму угодили, и встали на дыбы они. А мы-то ехали, молчали, чтоб был не тратить боевой. И лбами о прицел стучали забитым бронебойным стволом. И мой рябой Колян, наводчик, нам матом схлипнул о любви. И через полсекунды точно на спуск ногою надавил. И заиграл на радость глазу пиротехнический эффект, поскольку в той пантере сразу сработал весь боекомплект. И мне строгач комбриг Денисов влупил за эти чудеса. Но в наградной ближайший список наш славный экипаж вписал. Ну вот и все, простите, братцы, что слишком долг был рассказ. Но я надеюсь, без оваций он интересен был для вас. Ладони стер красивый выстрел, такой вот необычный бой. Давай, братишка, за танкистов, что круче техники любой. Давай, братишка, за танкистов, что круче техники любой. Вот еще одна любимая песня. Так получается, что на каждого боевого человека надо два человека, которые ему вот кормить, поить и подносить ему боеприпасы. Ну так, статистика получается. Еще один мой друг, у него был отец, который воевал в ремонтной роте. У него была одна медаль за всю войну. И вот такая стопка коричневых грамот, коричневый такой, коричневого цвета. Бумага, картон, на ней красными буквами много слов мелких. За мужество, героизм, проявленный в ходе Висло-Одерской наступательно-оборонительной операции. Дальше карандашом криво вписана его фамилия. Объявляют верховный главнокомандующий, товарищ Сталин, объявляют благодарность. Вот. Ну, потому что считал, хотя они эвакуировали танки с передовой подбитые, выгребали там остатки танкистов, если, хотя им постоянно приходилось вести бои, особенно в наступлении, когда шли. Вот. В Германии, в Чехии, там, вот, с разными окруженными немцами. Так, товарищи, я извиняюсь. Я смотрю на Диму, нет, я тоже можно, полевой одежды, спасибо. Вот, значит, ну, считалось, что они не боевые войска, поэтому, извините,
благодарность вам, как помните, анекдот, подзяку. Нафига мне это? Ну, ну не будет это жить. Подзяка мне было краще чопать. Вот. А вообще, вы сами понимаете, да, значит, по статистике каждый танк подбивали примерно 3 раза в среднем наш. Вот. И вот эти люди его восстанавливали. Причем задача была восстановить как можно быстрее. Никто не спрашивал, ел ты, спал ты, чем ты, о чем ты думаешь, там холодно тебе, жарко тебе. Ты должен восстановить боевую машину. Если ты делаешь это медленно, извините, есть соответствующие люди, которые должны выяснить, в чем причина твоей медлительности. Ну, люди воевали не за награды, не за ордена, не за деньги, а за победу. Вот, и песня такая вот. Симпозе. Если же он изменит позу, все детали рухнут в грязь. И тогда еще 1:20, или может быть 1:40. Поднимать их всех придется, чистить, мыть и продувать. И не сможет в результате запустить к утру моторы 21-я бригада, чтоб на фрица наступать. А фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы. И во фланг контратакой с утречка засадит нам. И гвардейская бригада не ворвется в град Черкассы, а будет всей своей массой превращаться в битый в хлам. А с голодухи брюхо крутит, а на морозе стынут пальцы, а в голове щебечут птицы, а по спине струится пот. Но если посмотреть по сути, ведь если Леха не докрутит, ведь если Леха не довертит, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник и лесочек возле Лески, там, где немец обалдевший с окружения выходил. А у нас же 2 машины, у которых сдохли свечки, а их 4 самоходки и 2 тигра впереди. Алексей Петрович Кошкин стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому спасать. Из своей 34-й тигр спалил снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. А дома сад, а дома гуси и трактора гудят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я доеду, спашу все грядки, поведусь, поправлю печь, срублю колодец, дожить бы только до конца. Отвернул он наконец-то эту бешеную гайку, починил засохший дизель, и он завел с полпинка. И вперед пошла бригада, и освободила город, проявив умение и храбрость, как советские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу, а комбригу Соколову так дали красную звезду. Ну а всей ремонтной роте за отличную работу замглавком товарищ Сталин благодарность объявил, благодарность объявил, благодарность объявил. Так, ну, мое отделение подходит к концу, я крайние 3 песни спою, дорогие друзья. И хочу закончить танковую песню, танковое отделение тем, что 21 июня у нас будет 2 акции в этом году. Одна акция начнется в 23 часа на ВДНХ ВВЦ возле павильона номер 62 Республика Песни, где мы будем проводить концерт «Ночь без войны». Начнется в 23 часа 21 июня, закончится в 4 утра 22 июня в Москве, на ВДНХ. Будет специальный автобус, который будет подвозить людей. Вот. И вторая акция будет проходить в Кубинке, в музее танкового вооружения и техники. Тоже в 23 часа начнется концерт. Если у вас есть время, возможность, мы будем рады вас видеть и там, и там. Вот. Ну а крайнюю песню
Я хочу посвятить замечательным людям, которые в Кубинке. Там самый большой в мире музей по количеству экспонатов. Сейчас создана ассоциация этих музеев бронетанковых. Вот, который музей в Кубинке занимает самое главное место. Он признан главным. Вот, и сейчас там каждые выходные много людей. Но, к сожалению, у них тоже живые люди работают. И вот у них сейчас два самых больших специалиста, к сожалению, ушли из жизни. А песня посвящается памяти полковника Мухина. Полковник Мухин, ну, знаете, да, боевое отделение танка ИС-2 не позволяло механиков-водителей ростом выше 160 сантиметров запихивать. У него был рост 154 сантиметра, а усилие на рычаге танка ИС-2 130 килограммов. Вот. У танка Т-34, кстати говоря, 45 килограммов. Поэтому, когда здороваешься с механиком-водителем, я не стал с ними заодно не здороваться, потому что там играть на гитаре было невозможно. Вот. Ну и вот. Мы вышли из боя и сели за стол. Пора, наступил обедец. Из поляшки зеленой налили по стол за общую нашу победу. Из поляшки зеленой налили по стол за общую нашу победу. А первый поднялся радист наш стрелок. Броня, говорит, это главное в танке. Давай за броню нашу выпьем, браток, что все отразило болванки. Давай за броню нашу выпьем, браток, что все отразило болванки. Вторым стал наводчик, вихрастый герой, рязанский парнишка Василий. За пушку свою нам налил по второй. Она наша главная сила. Нелегкое дело с фашистом война, но все же, друзья, как хотите, без дизеля чудики, всем вам хана, налил нам Петрович водитель. Без дизеля чудики, танку хана, налил нам Петрович водитель. А наш командир все сидел и молчал, внимая минутам покоя, и только по кружке тихонько стучал своей обожженной рукой. И, глядя куда-то в туманную даль, влупил заключительный выстрел. Давайте за главную танкодеталь, за наших советских танкистов. Давайте за главную танкодеталь, за наших советских танкистов. Попробуй за главную танкодеталь, за наших советских танкистов. В 1942 году, следуя в составе бригады на линию фронта, 38-я бригада танковая, которая участвовала в параде 7 ноября 1941 года, парад продолжался всего 30 минут, потому что, сами понимаете, когда немцы услышали по радио, что идет парад, они подняли в воздух свою авиацию, но Бог нас Бог дуракам помогает, поэтому над Москвой было туманное небо, немцы не нашли Красную площадь. Вот. А основной парад был в городе Куйбышев в Самаре, там парад продолжался 4,5 часа, там летало 600 самолетов, вот, и 20 тысяч человек ходили мимо, значит, потрясенных военных атташе. После этого парада Турция решила в войну не вступать, потому что они поняли, что самое интересное только начинается. Вот. И танк, ну, естественно, сами понимаете, электрических столбов не было никаких, переправлялись через гать. Вот. Механик-водитель делал немножко неправильно, и танк ушел в болото полностью. Ну, экипаж успел выскочить, слава богу. И там зубные щетки у них остались, там зубной порошок, там, ну, все, в общем, все, что было в танке. И ровно через 60 лет, в 2002 году, его, значит, вытащили из этого болота Т-34-76. Потрясающая совершенно машина. На броне такие, знаете, трещины. Я говорю директору, говорит, Вова, это что такое? Он говорит, это броню не доваривали, потому что нужно было количество. Все равно танк жил 3 боя в среднем. Вот. И я в нем посидел немножко. Открыли люк, когда из него только все ил вытащили. Вот. Потрясающее, конечно, ощущение. Вверх башня, такой накатник, то есть сидеть можно только боком.
Значит, приборы все из желтого стекла с пузырями, ничего не видно. Цветных металлов там не было, потому что завод работал только один, Сталинградский тракторный завод, в Усть-Каменске в это время. Все остальные заводы в Харьковске были под немцами, он ехал на Урал. Да, основная заслуга Сталина, товарищи, как и во всех остальных вещах, то, что он понимал, что наша Красная Армия не в состоянии будет удержать вот этот натиск вот этих. И основная задача была начала войны успеть вывести промышленность. И они это сделать успели. Вот. Да, успели сделать это, поэтому войну и выиграли. Потому что было чем стрелять. Да, и ну там вместо сидушка такая брезентовая, значит, это для командира, такая же сидушка для наводчика. А для механика, ой, для заряжающих, экипаж 4 человека, значит, командир, он же наводчик. Заряжающий, который после 40 выстрелов, поскольку эжектора не было, а эта штука не работала, вытяжка, выходила из строя. Он угорал и лежал на боеукладке, как правило. Стрелок, радист, которого звали туристом, потому что радиостанция из-за тряски ломала, выходила из строя, потом уже научились делать, вначале еще не умели. Радиостанция ломалась, связи в танке не было. Поэтому, значит, командир танка показывал, вот это бронебойный, а вот это осколочный. У немцев, оказывается, то же самое было. То есть им некогда было кричать, они показывали вот это или вот это. Вот. И основной член экипажа, механик Борисов, который ехал в атаку с открытым передним люком, потому что ничего не видно было. Вот. И вот они вот так вот воевали. И я вот сел, люк закрыл, и чувствую запах солярки. Говорю, Вова, директор, дружок. Говорит, ты вы что, заправляешь? Он говорит, нет, это вот та солярка 42-го года. Меня как прорубило, ребята. И вот такая песня, детей нет. Ой, там одно слово нехорошее. Но мне Александр Моисеевич Городинский разрешил это слово петь, потому что, говорит, без него нет, никак будет. Мы, Юра, мы не будем это писать, Юра. Юра. Или будем? Я извиняюсь заранее. Но вы знаете, да, что мат — это основа управления общевойсковым боем, поэтому... Песня танка из болота, который 60 лет лежал в болоте на боку. Потом его вытащили. И сейчас этот танк восстановили, заменили двигатель, он сейчас ездит. Вот если вы хотите посмотреть чудо ожившего ветерана Великой Отечественной войны, солдата, приезжайте в Кубинку, вот танк называется «Снайпер». Это вот этот танк, он сейчас у них ездит. Меня подцепили за оба крюка, расклеила ветви трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осины. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осины. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я твою мать и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки, немецкий расчет, и тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой. Сегодняшним людям подарки вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я брошенный в землю военный посев, я памятник скинувшей роте, и мирная техника мчит по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащей наискосок, для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий правдой кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват, да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый, скорее воскресший солдат второго военного года. Я дед твой, убитый, воскресший солдат второго военного года.
23 февраля, 9 мая. Очень хорошая традиция. Сейчас наш народ стал вспоминать, что кроме финских телефонов Nokia, бэушных японских машин и китайских джинсов, шитых по американским лекалам, у нас еще есть великая военная история. И прежде всего, наша родина великая страна, не потому что она большая, и нефти много, газа. Вот, и Михаила Прохорова, который самый большой в мире политик. Вот, а потому что у нас есть великая история, которую вы, товарищи офицеры, солдаты, сержанты, генералы, строили и построили. И нужно прежде всего гордиться этим, потому что раньше мы жили гораздо более бедно, но гораздо более весело. За счет того, что меньше пускали сопли по поводу разных этих кошмарных вещей. Вот. И мне очень нравится, когда 9 мая люди носят эти оранжево-черные ленточки. Вот. Спускаюсь я, давно это было в Северном Чертаново, спускаюсь 9 мая, смотрю, стоит Мерс, здоровый такой черный. И мы на ленточке, на антенне ленточка наша. И пока я шел до метро, пока я ехал к себе на любимую работу, появилась вот такая песня, которая мне почему-то нравится. Финал простоты с красотой текущего сего момента над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента. Над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента, прицепленная поутру над Круповской бешеной сталью. Трепещет она на ветру, пронзая столичные дали. Вместе трепещет она на ветру, пронзая столичные дали. Над Опелем и БМВ, над Кайзером, Тисоном, Бошем, над жизнью в столице Москве, что Ганс так и не укокошил. Над немцем и над москалем, таджиком, хохлом и евреем, над гумом, ашаном, кремлем гвардейская ленточка реет. Над гумом, ашаном, кремлем гвардейская ленточка реет. Пусть жизнь наша ёрш твою медь, то красным, то белым, то синим, фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. Фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. Финал простоты с красотой текущего символ момента над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента. Над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента. И я хочу закончить отделение представлением своего диска, вот этого нового. Дим, дайте, пожалуйста, я, знаете, хочется сделать что-то такое. Я просто очень удивляюсь, у нас в стране есть всякие неопознанные летающие явления. Например, все нормальные мужики так или иначе имели отношение к вооруженным силам. Кто служил, кто занимался там оружием и так далее. Вот. И мне очень хочется сделать такой проект, мегапроект, пока мы еще с вами живы, офицер запаса. Вот. Где будет рассказываться наша точка зрения на то, что происходит в нашей великой родине и за ее пределами. Потому что у нас есть своя обоснованная точка зрения, которую, к сожалению, никто почему-то не хочет слушать. Вот. И вот я решил начать с себя любимого. Сделал вот такой вот, значит... Точнее, я трезвый здесь сижу. Просто это в 45-м полку было. Это мы приехали в гости, сидели, разговаривали, там шашлык какой-то делали. Вот. И человек меня сфотографировал. Вот, командир полка мне хвастался, говорит, я, представляешь, у меня никаких проблем нет с личным составом, потому что мне привозят детей. И я им говорю, всего воспитание будете заниматься сами. Если ребенок начинает кривляться, то вызывают родителей по телефону, он приезжает как в детском садике и воспитывает его.
Вот. И вот я хочу представить свой этот самый диск, который будет 25 июля. Я буду здесь делать концерт «Танковые песни», посвященный. Потому что песен много, я половину песен вытянул. Вот, еще эта струна порвалась. Это Киркоров мне ее подпилил, наверное. Вот. Да. Я хочу спеть одну песню, которая вошла в этот диск. Да, и если у вас будет возможность, приходите, потому что, конечно, просто воспеть битву. И как-то вот вяло все это идет. Очень жалко, что фильм «Белый тигр» вышел в прошлом году, а не в этом. Вот я всем очень рекомендую посмотреть настоящий фильм, который снимал Карен Шахназаров. У него отец воевал в артиллерии. Вот, то есть он нашего возраста примерно, там 58 лет, по-моему. Вот. И он очень хорошо все сделал. Прям первые кадры фильма, там идут наши солдатики, подходят к окопу и говорят, это кто вообще? Они говорят, это венгры. Говорит, с кем только мы не воюем. И эти были, и эти, там, то есть там про немцы даже не говорят. Ну ладно. Офицер запаса на работу. Ну конечно, дорогие друзья, главное событие сегодняшнего дня — это концерт нашего великого человека, настоящая звезда, я бы хотел сказать, России. Потому что звезда — это то, что светит, а не то, что под фанеру орёт, только голосом, микрофон. Вот. Человек, который нам светит всю нашу сознательную жизнь, он сейчас готовится. Вы его должны спросить, кстати, про диски. Мы договорились, да? Потому что безвестный коллектив, у него вон миллион дисков всяких. А? Человек, которого знает во всем мире. Есть претензии. Да, есть вопросы. Как я знаю. Ну ладно, офицер запаса. Путь далек у нас с тобой. Понимаешь ли, мой друг? Бьется знамя полковое, вырывается из рук. Мы всех гадов уничтожим, как ведется на веку. Да вокруг такие рожи, хоть выдергивай чеку. Как они тут на гражданке, на родимой стороне, хиппи-рокеры и панки, дожили до наших дней. Ни в четверг и ни в субботу всем госдумам вопреки. Не гулять и не работать не умеют чудаки. Одеваются так смело, до пупа трусы торчат, и в цветных наколках тело. У парней и у девчат на гитарках все играют. Кто ответит на вопрос? У них мозг от пуси рэд, или пуси там, где мозг. Авто и мото или вело порхают словно воробей. А владеть военным делом никто не хочет, хоть убей. Раньше, помню, все в мундирах и в красивых хромачах. Было круто, джинсы в дырах или танец ча-ча-ча. Да снесло окно в Европу мутным ветром перемен. И кругом такая опа. А что у опы на умес? Свой родной мундир военный с медалями, что горят, аккуратно я надену. 23 февраля наши радостные люди с орденами на груди. Что там было, что там будет, разберемся, победим. Наши радостные люди с орденами на груди. Что там было, что там будет, разберемся, победим. Разберемся, победим.